Китай и КНДР отметили 60 лет со дня подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В Израиль вернулась эпидемия коронавируса. В Олимпийскую деревню в Токио приехали первые спортсмены. В Палестине появился передвижной салон красоты. Самый глубокий в мире бассейн открылся в Дубае. Китай и КНДР отметили 60 лет со дня подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами. Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обменялись посланиями, в которых говорится об укреплении сотрудничества. Так, лидер Северной Кореи отметил, что в последние годы в условиях сложной и постоянно меняющейся международной обстановки дружеское доверие и дружба между КНДР и Китаем продолжают углубляться, а двусторонние отношения вышли на более высокий уровень. В свою очередь глава КНР заявил, что он готов работать со своим северокорейским коллегой над укреплением стратегических коммуникаций и вывести дружественное сотрудничество между двумя государствами на новый уровень, чтобы принести больше пользы двум странам и их народам. В Израиле пересмотрели стратегию борьбы с эпидемией коронавируса и повторно ввели ряд ограничений. Еще 4 недели назад страна праздновала возвращение к нормальной жизни без масок и соблюдения социальной дистанции. Высокие темпы вакцинации привели к снижению заболеваемости и смертности от COVID-19. Но затем наступила новая волна. В Израиле стал распространяться более заразный штамм Дельта, и число случаев резко увеличилось. Это вынудило премьер-министра Нафтали Беннета вновь ввести противоэпидемические меры. Мы внимательно следим за ситуацией и держим руку на пульсе в отношении того, что происходит в Израиле, а также в других странах, чтобы обеспечить максимальную защиту здоровья граждан Израиля, а также свести к минимуму изменения в повседневной жизни. Власти страны хотят избежать 4-го локдауна, который может нанести еще больший вред экономике. Большинство израильтян из групп риска уже вакцинированы против COVID-19, а потому правительство рассчитывает, что при росте новых случаев коронавируса тяжелое течение болезни будет у минимального числа людей. Сегодня таких пациентов в стране всего около 50. No doubt that we... У нас есть четкие доказательства эффективности вакцинации. Пациентов очень мало, и у них легкое течение болезни. Я уверен, что без вакцинации мы столкнулись бы с гораздо более серьезной ситуацией, которая привела бы к введению комендантского часа и еще большему числу случаев смертности. Новые меры по борьбе с коронавирусом включают в себя обязательное ношение масок в помещениях и карантин для всех прибывающих в Израиль. Власти также рассматривают возможность разрешить вакцинацию детям до 12 лет, если существует высокий риск серьезных осложнений в случае заражения COVID-19. На данный момент около 60% населения Израиля уже получили по крайней мере один укол вакцины Pfizer или BioNTech. В прибрежном районе Токио открылась Олимпийская деревня. Первые спортсмены уже заселились в новенькие дома. Из-за пандемии коронавируса на территории действуют строгие правила. Атлеты должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и ежедневно сдавать тест на COVID-19. А по окончании своих выступлений они обязаны покинуть Олимпийскую деревню в течение 2 дней. Кроме того, участники Всемирных игр могут перемещаться только между деревней и местами проведения соревнований. Необходимости выезжать за пределы спортивного кампуса у атлетов нет. На 44 гектарах создана вся инфраструктура для комфортного пребывания национальных сборных. Круглосуточные магазины и ресторан, где подают более 700 различных блюд. Парикмахерское, почтовое отделение и официальный магазин Олимпийских игр в Токио. 24 часа в сутки работает медицинская клиника для возможных больных коронавирусом. Здесь можно познакомиться и с японскими традициями и культурой. Здания на главной площади выполнены в национальном архитектурном стиле и содержат в себе частичку всех регионов страны восходящего солнца. Древесину для строительства домов специально везли со всех уголков страны, и на каждой доске есть этикетка о ее происхождении. Известно, что древесину собираются использовать повторно при строительстве общественных зданий по окончании Олимпийских игр.
Яркий микроавтобус под названием «Блеск» курсирует по западному берегу реки Иордан в Палестине. Внутри настоящий салон красоты, в котором можно сделать макияж и прическу. Идея создать передвижную студию возникла у визажиста Сахары Ахмат. Я увидела по телевизору передвижные рестораны и подумала, что мобильный салон красоты тоже был бы востребован. Девушкам нравится, когда мастер приезжает к ним прямо домой. Клиентов у салона красоты на колесах немало. В основном это женщины, которые живут за городом. Из-за пандемии повсюду установлены контрольно-пропускные пункты, и добраться в обычный салон красоты зачастую очень сложно. Заказывают услуги передвижной студии и занятые леди, у которых не хватает времени сходить в привычную парикмахерскую. Но есть и еще одно важное преимущество. Мне нравится, что Сахара приезжает прямо к нашему дому. Внутри тихо, нет никакого постороннего шума. Мы одни, и я могу расслабиться в этом фургоне. Сахара Ахмат открыла передвижной салон красоты вместе с владелицей обычного стационарного салона, в котором работала раньше. Вместе они планируют расширять бизнес. Девушки собираются запустить еще несколько таких же микроавтобусов красоты и дополнить список услуг. Самый глубокий бассейн в мире, по версии книги рекордов Гиннесса, открылся в Дубае. Он в 6 раз больше олимпийского бассейна. Его глубина 60 метров, а вместимость более 14 миллионов литров воды. На поверхности спортивный объект под названием Deep Dive Dubai выглядит как гигантская ракушка. Это дань традиционному национальному промыслу ныряльщиков за жемчугом. А внутри дайверов ждет увлекательное путешествие. Под водой построен целый город. Можно проплыть по улицам и полюбоваться архитектурой, заглянуть в квартиру, музей, библиотеку и даже зал с игровыми автоматами. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.